Безопасность на воздушном транспорте. В разгар туристического сезона этот вопрос актуален особенно. Как налажен таможенный контроль и какие меры безопасности применяются в Белгородском аэропорту, проверила съемочная группа «Мира Белогорья». Подробности в сюжете Натальи Александровой. Но прежде чем пассажиры поднимутся на трап самолета, несколько этапов проверки. Сначала служба авиационной безопасности, а затем таможенным контролем. В распоряжении специалистов все необходимое и самое современное оборудование. Система радиационного контроля реагирует на повышенный радиационный фон, причем не только багажа, но и самих пассажиров. Активное участие в проверке принимает и кинологическая служба. Проверяет непосредственно, то есть как бы сам воздушное судно по его прилету, то есть как бы багаж. И потом пассажиров непосредственно прохождение контроля их в секторе прилета. То же самое и при вылете. И ручная кладь, и багаж. Все и проверяет специалисты кинологической службы. Четвероногие напарники таможенников помогают выявлять незаконно провозимые вещества и предметы. Наркотики, деньги, оружие, которые подчас не может определить ни одно устройство. Работают так же, как и их наставники, по 12 часов в смену. Челси уже практически ветеран службы и незаменимый сотрудник. Ей уже 8 лет, было не одно задержание у нее. По наркотикам вот у этого инспектора порядка 5-6 обнаружений уже есть. Это за последние 3 года. А это единственный специалист в Центральном федеральном округе, который знает, как пахнет валюта разных стран. Причем Кэрри ищет именно большие суммы, припрятанные даже в самых труднодоступных местах. Разная валюта, она пахнет по-разному, разные каски используются. Мы ищем объемы. Доллары, допустим, если взять американские, там $1 будет не так пахнуть, как $10, 10 не так, как 100. Чтобы не напугать, мы не лаем, мы не царапаем, чтобы не испортить сумки. Причем люди могут вести деньги в носках, в кармане, под ремнем. То есть здесь не должно быть минимально контакта с человеком. Минимально контакта с багажом, то есть моя собака ложится, или если высоко закладка где-нибудь вот в районе груди, она может быть сесть. Помимо кинологической службы, багаж проходит несколько этапов контроля. Практически на каждом применяют металлодетекторы, энтроскопы и газоанализаторы. Детектор обнаруживает в воздухе на поверхности предметов взрывчатые и наркотические вещества. Как правило, на прилет мы работаем в режиме обнаружения наркотических веществ в секторе вылета на предмет обнаружения взрывчатых веществ. Газоанализатором исследуют и само воздушное судно. На борту также работают кинологи. А с помощью специальных навигаторов сотрудники таможенной службы проверяют недоступные для визуального осмотра скрытые полости и труднодоступные места. Контроль и бдительность в Белгородской воздушной гавани буквально на каждом шагу. Наталья Александрова, Валерий Ларьков. Новости Мира Белогорья.